Super. Спасибо, ребятки. Мы сегодня все сюда пришли. Это меня вчера напугали, что очень мало столиков зарезервировано. Только что мы сыграли песню. Это на самом деле песня. Это песня группы Rolling Stones. Ее написали Мик Джаггер и Кейт Ричардс. Она называется «Miss You». Сегодня для вас играют Наталья Скворцова, клавишная. Испания обычно для себя амплуа, надо сказать. Она обычно играет чуть-чуть джаз помягче. Роман Гринев на бас-гитаре. Иван Жук на гитаре. И Алексей Муронов. Алексей Муронов, ударная. С ним мы играем впервые. Ну, надеюсь, не в последний раз. Ну, и теперь немножечко классического джаза, как и было заявлено. Правда, сыграем мы его в фанке. Thelonious Monk. Blue Monk. Thank you.
гениальный композитор эпохи бибопа. Он, наверное, даже и не ожидал, что вещи будут играть таким образом. Можно побольше клавиш на ютуб басисту. Мы сыграем вам еще один джазовый стандарт. Этот джазовый стандарт чаще всего играют. Чаще всего этот стандарт играют как балладу. Вот мы же ее сыграем как хип-хоп. You don't know what love is. Заметить обычно играют на диатонических губных гармониках. Это вот такие вот маленькие. Звучат они очень блюзово. С недавних пор я снова начал много заниматься на хроматической гармонике. Это для меня не конкретно. Тем не менее, очень хочется на них сыграть. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Республика! Давайте попрощаемся с Антоном Котиковым. Напоминаем вам еще немножечко рок-н-ролла в джаз-клубе. Вот. Знаменитая джазовая композиция группы The Doors, психоделический джаз Ride Us on the Storm. Thank you.
Спасибо. Анализ он жестом. Это за дождь. Ну, теперь продолжая тему Райдер. Сыграем знаменитую фанковую композицию, которая называется Lowrider. Вообще, что значит Lowrider? Кажется, Ваня мне вчера рассказывал. Друзья, я недавно играл на гондолах джипов, и я узнал новое слово «пузатер». Вообще, это была такая модная тема в Америке в 60-х годах. Это вечная мода, брат. Да. Я видал такие же «Жигули». Автомобили с низкой посадкой. У нас эта тема может быть, конечно, модной, но не очень актуальной. Вот у нас «Жигули» чаще поднимают. Вот. А у них автомобили очень низко ездят, есть еще такая фишка гидроподвеска, то есть можно одно колесо поднять выше, а другое опустить пониже. И, например, при этом скрести бампером по асфальту, при этом специально бамперу прикрепляют такие накладки магниевые, которые дают искры. Вот это вот лоу-райдинг, это такая же тема, примерно вот как у нас прокачивать старые восьмерки. Вот. И, собственно, о том композиция, помимо всего прочего, слова в композиции, которые, кстати, Ваня нам сейчас споет. Вот. Я спою особые слова. В словах композиции ясно читается, что на самом деле это не просто, это не то, что водитель автомобиля с низкой посадкой, лоу-райдер. Это водитель, который ездит очень медленно, потому что постоянно накурит. Боже, какие твои измышления. Откуда ты взял? Почитай Википедию. Я почитал. Оттуда и взял. Lowrider, группа The War. Любопытно авторство этой композиции. Я не знаю, как они решают вопросы с авторскими правами. Потому что ее написала группа The War полным составом. The War. Саундтрек из кинофильма Up and Smoke. Первая часть. Вот. Еще этот трек очень любим мной за то, что это одна из самых знаменитых партий губной гармоники, которую сыграл исполнитель, который очень сильно в свое время на меня повлиял, это Лео Оскар. Есть даже фирма, выпускающая гармошки имени его. Поехали, Lowrider. Thank you.
Большое спасибо. Сейчас мы идем на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. А я с кем поеду? Как всегда, я начинаю. Прекрасно, счастье. Thank you.
получилось. Написан человеком, которого все знают по псевдониму Веня Дыркин. Я не знаю, многие ли его здесь знают. Знаете ли, отлично, отлично. Вот. Это был совершенно гениальный русскоязычный музыкант. Он писал. Писал замечательные песни на русском языке, отлично играл на гитаре. В общем, на мой взгляд, он был лучшим автором русскоязычного пространства, по крайней мере, но конца 20 века точно. И, в общем-то, он должен был стать известным,
но не сложилось по той простой грустной причине, что очень рано, в возрасте 29 лет, он умер от рака крови, от рака лимфы точнее. И осталось очень мало записей, записи, к сожалению, невысокого качества. Сейчас, сейчас практически все уже восстановили. Регулярно проводятся фестивали памяти, горфесты, на которых я тоже очень часто выступаю. И у него в основном песни, но я нашел у него одну инструментальную композицию, которая называется «Полине». Она посвящена его жене. Thank you.
спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что продолжая тему русской музыки, собственно, это, мне кажется, лучшее место в программе, это продолжить тему русской музыки. Мы сыграем мою авторскую композицию. Я так не придумал к ней название, в общем, так ее запомнил. Борис Блюз. Хотя, в общем-то, этот вопрос, блюз это или нет, потому что у меня 18 тактов. В блюзе обычно 12. Тем не менее. Поскольку есть переход с субдоминанта на доминанта, и всегда, да? Вот. У Вани вот есть музыкальное образование, сразу видно. Thank you.
Спасибо. Ну что, я думаю, что теперь можно поиграть немножечко популярной музыки. И мы сыграем композицию знаменитого исполнителя на губной гармонике, которого знают практически все, я думаю. Только не все знают, что он знаменитый исполнитель на губной гармонике. Он играл, точнее, и почему играл, и до сих пор играет на хроматической губной гармонике, как правило. Стиви Вандер, абсолютно верно. Композиция Стиви Вандера, которая называется «Из Эншелавля», я сыграю на диатонической губной гармонике. Love it. Thank you.
Спасибо. И Ванда. Ну, и теперь я хочу снова пригласить Антона Котикова сыграть с нами еще одну песенку. Песенка прекрасна для джема, потому что она всего-навсего на одном аккорде. Интересно, если бы об этом не сказал, все ли бы об этом догадались? Она называется «Сиси Страт». Не? Ну да, она правда так называется. Так вот, самое примечательное в этой песне, то, что я написал, опять же, всем составом группы The Meters. В панковой музыке это было очень популярно. The Meters — это, на мой взгляд, одна из самая крутая панковая группа. И, на мой взгляд, они были основоположниками фанка. Вот. И в отличие от Джеймса Брауна, который делал тогда весьма эстрадную музыку, они делали настоящий такой... Нет, это не был не совсем Изи Листин, но это была очень танцевальная музыка. Они, кстати, до сих пор играют. Вот, я больше всего у них люблю два первых альбома, которые полностью инструментальные. И вот песня с первого альбома, их главный хит «Сиси Страт». Что такое «Сиси Страт»? Мне вчера, на самом деле, Роман Гринёв наконец-то объяснил, что значит «сиси». Это значит «не мужик». Но не в том смысле, что не той ориентации, а в том смысле, что ну просто ведет себя как не мужик. Ну вот Сиси Страт — это такая походка не мужика. Ну что, поехали, Сиси Страт. Thank you.
трубку тоже брать, не обязательно. Я решил сыграть эту вещь на маленькой. В общем-то, хорошая композиция. Мне очень нравится, одна из моих любимых. Нет лишних приятных отверстий, которые будут и так слишком высокие здесь. Так вот, многие думают, что губная гармоника — это инструмент, на котором надо играть какие-то мелодии, там есть какие-то ноты, там даже какие-то аккорды. А я буквально с первого занятия всем ученикам объясняю, что губная гармоника, помимо того, что это мелодический инструмент, может быть прекрасным ритмическим инструментом. И играя на губной гармонике, можно мыслить так, как будто бы мы играем на барабанах. Вот. То есть у нас, смотрите, один барабан – это аккорд на вдох. Понятие очень растяжимое, я тут буквально
недавно, нет, как недавно, вот как время идет, уже практически год назад участвовал в одном джазовом конкурсе. Вот я, честно говоря, был уверен, что мне там не дадут никакого ни приза, ни грамоты. Там были люди с высшим музыкальным образованием, не то что я. И, в общем-то, я, в принципе, всегда в джазовых тусовках говорю, что я блюзовый музыкант, а в блюзовых тусовках, что я джазовый. Вот. Но я думал, что ну, я буду слишком блюзовым, и, в общем, и как бы я там немножечко не в формате, и все, но в итоге мне дали аж два диплома, я так порадовался. Вот. И все ходили в разногласия в жюри, поскольку я был не один блюзовый такой музыкант, там говорили, вот блюз и джаз, это все-таки вот блюз, это джаз или не джаз. Вот. Но, в общем, да, в чем вопрос, и никто внятно ответить не мог, и в частности, насколько я понимаю, там в жюри была Елена Ханга, она все-таки продавила, что блюз это джаз. В общем, мне еще нескольким достаточно блюзовым музыкантам дали разные грамоты, разные стекляшки. Вот, было очень приятно и неожиданно. Так вот, мы сыграем джазовый стандарт, его написал Бен Такер. Вообще это блюз, вот, но почему-то это джазовый стандарт. Вот. Он называется Coming Home Baby. Вот. Ну и чтобы было интереснее, мы сыграем вам его в стиле панк-рок. Я думаю, что надо как-то даже немножко приблизиться.
Антон Бойников, Иван Зуб, Роман Гринев, Алексей Гринев. До новых встреч! Спасибо. Но мы не готовились, честное слово. Первый раз. Первое исполнение. Мы с вами очень долго готовились, а будет вам это про следующую песню, которая исполнена на диск. Вот ее мне так. Да, правильно, правильное пояснение. Мы шли к этому концерту долго. Долго шли. Просто не работал, а да, и вот Рома предлагает спонтанно сыграть известный хит Джимми Хендрикса «Fire». We'll be right back.
Спасибо. До новых встреч. Приходите на концерты и приходите только снова. До свидания. Да, приходите в среду, в следующую среду, в Дом дороги, я там играю с вами со Ставом. Это здесь рядом. Можно купить пиво здесь, а пойти с ним.